Что-то творится. Опять, наверное, на перекрестке была авария, потому что большинство аварий, более 50%, случаются именно на перекрестках. Вот стоит пожарная машина. А вон они поцеловали. Нормально, я пробежала 3,2 мили, потратила чуть-чуть больше часа, сожгла 248 калорий, она видела, мне остановила кулдаун. Зачем? Мне надо пройти 6, как минимум кулдаун мне пишут. Типа, охолонись, хватит тебе. Да что такое? Ух, хорошо-то как. Это я прошла 5 километров уже. Ну ты посмотри, она остановила все. 257 калорий я прошла, 3,6 мили. Пошли тогда сделаем массаж. Так, номер 7. Вот оно мое кресло. Садимся. Ножки вставляем. Ножки тоже массажируются и показывают вот взрыв. Как... Вот они. Лидер Хизбаллы был убит этим взрывом. Ой, больно. Ты дай же руку вставить. Она все. О, уже пошел работать. Подожди меня. Подожди, я сейчас лягу. Подожди. Пошли. Прошер. Ну, конечно, как всегда, я оказалась в самой луже. Он наступила, пятками шла. Мокрый, но я продать. Итак, кефир, две баночки винограда. Я помыла этой вот специальной штучкой. Это вообще, это просто нечто. Хочу хлеба, прям не могу, как хочу хлеба. Купила сливку. Пища богов. Вот хлеб и больше ничего не надо. Это, наверное, мое голодное детство. Боже мой. И купила 2 кефирчика. Ну, это не такой кефир, это скорее, это не такой кефир, как вот... Еще и органик, стробери, банана. Банана, бананы и клубника. Все. Это все. Это для меня самая вкусная еда. Особенно, когда голодный человек. Боже. А пахнет как бананчиком. Слов просто нет. Я... Кому-то не повезло, полиция вон стоит. А, это перевозчик, эта машина была разбита, да-да-да. Это просто грузят и перевозят машину. Это же жить, чтобы ей хорошо дышалось. Крапия, ты говоришь, она называется. Кубики. Иногда так хочется налить стаканчик и просто попить такой бульончик. Обожаю, но это редко бывает. Мясо тут вообще очень дешевое. Самое дешевое мясо здесь. То же самое мясо, но просто почему-то вот оно такое дешевое. $3.20, пожалуйста. Не знаю, там не написано. Это похоже на сахар. Ну, что это такое? Вот что-то завернутое в листья. Написано La Delicia Velenus. И что такое La Delicia? Это агава, по-моему. Агуава. Это гуава. Короче говоря, что-то я хочу. Ну, я, собственно, фрукточки взяла. Вот эти вот я сегодня буду есть вечером. Пасая или пакая. Вот такие штуки, вон они, как косички. Ну, как-то с чем-то же они его едят, вот он тоже. Пасая, наверное, да? Да, наверное, пасая. А проще говоря, это каркаде. 3,86 и такая упаковка. Я нашла мексиканский магазин, латиноамериканский, так проще сказать. А вот это я не знаю, что это такое. Это какие-то, это фреска, манцы фреска. Не знаю. Как она, понятное дело, куда без... Вот эти я хочу, личес хочу взять. Ой. Называются они... Я их ела, совсем копейки стоит в этой... Памбутан, да, памбутан. Да, такие вкусненькие внутри. И я, конечно, закупалась. Ой, чуть не положила сюда на чужую.
хочу, увидела кукурузу, так хочется кукурузы. И тоже вот остановилась. Вот это что такое? Это какие-то помидоры. Это томаты де арбол. Ого, 1,5 кило стоит 6,49. Я такого, если честно, не видела. Ну, это понятно. Это цветки кактуса. Вот это тоже не знаю. Ого, $10 стоит полкило. Что это за фигня тоже? Мангостин. Нет, я такого не знаю. Это тоже все это кактусы и кактусы и кактусы. А это у нас что? А, это агава. Это агава, да. Она очень вкусная, спелая. Но она зеленая, понятное дело. Я этой агавы наелась, когда мы были на... Вот уже огурцы какие-то. Такие шкодные. Indian buttermelon. Вот так вот. Короче, тоже вот эта херня какая-то. Что там внутри, понятия не имею. Это томатило. Вот как они его едят? Вот это что такое? Как они его едят? 2,32 за полкило. Опять-таки Chinese, китайский buttermelon. Короче говоря, насмотришься, и вот это тоже не знаю, как они едят, вот эти листья. У меня их дофига, я могла бы их бесплатно есть. И вот тоже они что-то с этим делают. Я знаю, что мы вот это использовали, алоэ только накладывать на ранки. А больше ни для чего. Музыка, хорош тебе играть. Хорош тебе играть. Вот эти бананы, это на самом деле не бананы. Это plantation. Это типа бананы, но их жарят. Фу. Мне вообще никак не нравится. Итак, что у нас здесь? Ой, какая хорошая. Калифлауэр. Я буду завтра не дома, поэтому брать не буду. Всегда в любой момент приеду, свеженького чего-то возьму. Тут тоже всяких разных, чего только здесь нет. Это оливки. Что-то мне так захотелось. Не знаю даже что. Так, Джора. Тоже корни всевозможные. Тоже они как-то с чем-то все их едят. Я не знаю, до сих пор не знаю. Никогда не спрашивала, потому что мне, собственно, это не нужно. Я никогда такое готовить не буду. Из такого. А это вот чай. Вот этот красный чай. А, это перец, нет. Есть чай. Сейчас покажу. Вот он чай. Сейчас дяденька уйдет. Итак, тут неинтересно, вообще неинтересно. Jamaica flowers.